Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Мои дорогие, вы знаете, что я люблю костюмы, потому что если в вашем гардеробе много костюмов, легко каждый раз быть разной. Если вы хотите платье, сочетайте приталенную блузу, жакет и юбку. Ведь издали многие из вас наверняка подумали, на Светлане платье, но нет. Решение дизайнеров Prestige Style объединить две базовые вещи было не случайным. Создается ощущение платья с баской и юбки. Вы можете выбрать сегодня один один комплект, но на самом деле у вас появляется в гардеробе три базы. Эффект платья, блуза, жакет и отдельная юбка. Прекрасно. Друзья, выбирайте для себя готовый комплект. И что мне нравится больше всего, то что вы сейчас можете выбрать свой неповторимый цвет. На Екатерине Шестерковой яркий оттенок. Называется Васильковый. Я выбираю фуксия, ярко-розовый цвет с бирюзой. В заказе он называется бирюза. Олечка держит в руках красный цвет. Вот скажите, Оля, очень идут яркие оттенки. Спасибо большое. Ну, на самом деле, мне кажется, яркие оттенки идут каждому. Они как-то даже, знаете, освежают. Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня вы получаете сразу два компонента по цене одного товара. Если вы никогда не делали покупок на нашем телеканале, очень рекомендую присоединиться прямо сейчас. Самые лучшие летние предложения для вас со скидками. Ну, а звонок у нас тоже абсолютно бесплатный. А оплата правильно при получении. Свет, как правильно выбрать размер костюма, комплекта? Ну, во-первых, мне очень нравится, что дизайнеры-конструкторы бренда Prestige Style учитывают, что российские фигуры часто бывают нестандартными. Это бывает разница в размерах между верхом и низом. Светлана Красицкая носит размер 48-50. На Светлане комплект 50 размера. Сразу обратите внимание на длину юбки. Длину юбки вы можете регулировать, потому что она посажена на эластичную ленту. Екатерина Шестеркова. Катя носит размер вверх 54-56, бедра 52. На Кате комплект Юнона 54 размера. Поэтому ориентируйтесь при выборе комплекта на больший российский. Вот, с размерами мы с вами определились. Надеюсь, с цветом вы тоже уже сейчас определились. Определились. Давайте теперь поговорим, для какой фигуры подойдет комплект. Знаешь, вот когда, например, грудь большая, сложно выбрать для себя вот подобные пиджаки. Потому что пуговицы на груди разъезжаются. Крой какой-то неправильный, который не позволяет нормально двигаться. Ну, на самом деле, когда мы выбираем одежду бренда Prestige Style, я всегда спокойна. Почему? Потому что, несмотря на приталенность нашего пиджачка-жакета, она же и блуза, вы видите, что что все-таки здесь имеется свобода. Давайте я покажу на себе, Оленька, держи пока юбку. Mm -hmm. Смотрите, вы знаете, что у меня есть нюансы в этой области. Я выбираю для себя свой размер. Мне нравится, что здесь имеется свобода, и мне нравится, что нигде ничего не ни меня не перетягивает. Но при этом мы видим женский изгиб. Это очень важно. У нас остается с вами женственные формы, но при этом никакого давления. Когда вы втягивайте животик и мучаетесь целый день вам дискомфортно оставьте эти вещи или подарите их кому-нибудь выберите комплект юнона из комфортной вискозы все-таки эффектно да смотрит смотри очень жакет с юбочкой да вот такие вот интересные оторочки да у нас а здесь? еще мне очень нравится как дизайнеры подобрали это ткани жизнь. это у -у -у. тоже ткани компаньоны посмотрите такой эффект амбре от маленьких роз до крупного принта который расположился в рукавах внизу блузы и юбки. А вот то, что касается юбки, Олюшка Гридунова, я тебя сейчас обрадую. Так. Оля не любит носить юбки на молнии. Она часто отказывается от них. Я тоже, но на эластичной ленте я обожаю такие модели. Они прекрасно садятся, посмотрите. Идеально. И у меня остается еще и свобода. Прекрасно. Подтягивает фигурку. Дарит нам свободу и комфорт. Дышим спокойно. Не только полной груди, но и животом. Друзья, и делим цену пополам. Вот это действительно удача, что вы сейчас с нами с телеканалом Shop and Show. Делайте свою покупку и не надо бегать по магазинам. Там все равно нет эксклюзивных вещей вашего размера. Знаете, Наш широкий размерный ряд. Знаете, как здорово я сейчас подойду к нашим моделям. Я хочу сказать, когда в вашем гардеробе есть такие вещи, которые вы носите и в пир, и в мир, это значит, вы сделали правильный выбор. Эти вещи не обязывают вас надевать их только по праздникам. Все зависит от вашего настроения. Итак, между прочим, когда лето наступает, мы всегда хотим комфорта, и мы получаем его. Вискозные ткани нежно обнимают наше тело, но при этом нигде ничего не давит. Мне нравится эффект баски. Многоярусная баска скрывает нюансы животика, но при этом чуть-чуть расширенная форма блузы жакета подчеркивает нежные линии талии. Посадка. Даже здесь дизайнеры-конструкторы порадовали нас подплечниками. Несмотря на то, что мне широкие плечи, я люблю подплечники. Они не увеличивают мои плечи, они делают мою фигуру более статной. Обратите внимание, что подплечники называют скульпторами и модельерами женской фигуры. О, это здорово, когда комплект моделирует нашу новую фигуру. А вы знаете, вот мне еще нравится, что комплект под нас подстраивается. А то бывает, вот висит красивый костюм. У меня у мамы есть такой, знаешь, который она не может влезть уже который год. Говорит, Оль, все, завтра точно на диету, чтобы вот надеть наконец-таки мой любимый комплект. Здесь и худеть не придется, потому что комплект он мобильный, скажем так. Да. да? Он подстроится под любые особенности. А еще, Оленька, я сегодня хочу заметить, что очень много у нас мы предлагаем в рубрике мода однотонных кардиганов, жакетов. Поэтому вы можете смело объединять и сочетать их в готовых комплектах. Давайте посмотрим сейчас еще на одну важную деталь. Это дизайн и аксессуары. Я обожаю, когда женщины выбирают одежду которая порадует вас блеском и сходством с золотом. Пуговицы, дизайнерские пуговицы. Оленька, ты посмотри, какая красота! Ощущение невероятное внутри ромб, mm -hmm. вокруг а, как будто бы золото. И представь, как они будут блестеть на солнце. Прекрасно. То есть, смотрите, каждый нюансик продуман. И все это бренд Prestige Style Сегодня для вас целый комплект. Три цвета на выбор. В комплекте вы получаете и жакет, и юбку. Ты знаешь, а, хочу тебя спросить, Свет, вот когда мы стираем а, жакеты, например, они иногда деформируются после стирки, да? И вот вытягиваются с одной стороны, непонятно, куда нужно пуговицу вставлять. Бывает такое. Скажи, пожалуйста, как правильно ухаживать за нашим комплектом? Ну, на самом деле, когда вещи сшиты из вискозного полотна, никаких вопросов по поводу стирки у наших женщин уже не возникает, потому что они знают, даже несмотря на буйство принта и белоснежную основу костюма, он не полиняет, стир Стирка при температуре 30 градусов. Помните о том, что вискозные вещи с добавлением лайкры не мнутся, а значит после стирки их можно не гладить.